куда теперь? Мне нужно проконсультироваться с коллегой. Ой, господи. Ну, давай. Какой черт понес меня среди ночи вкручивать эту лампочку? Вы просто не переживайте, люди часто падают. Да я не переживаю, молодой человек. Просто я еще не готова умирать. Вы знаете, от перелома обычно не умирают. Да, обычно не умирают. А вот я умру. Сегодня умру, да видите. Не умрете. Это я вам обещаю, как врач. Так, вот сюда вот. Оп! Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, здесь пастухов. Мне проконсультироваться нужно. А что, со мной нельзя проконсультироваться? Еще можно. Это что, врач? Давайте снимки. Давай-ка, юноша, увози меня отсюда. Это что за балаган? Это тоже врач, она вас осмотрит. Ей же лет 20 от силы. Ну, что у вас тут, детский сад или больница? Ну, это хороший, молодой, перспективный специалист. Да? Mm-hmm. А что ты ее так защищаешь? Во что, роман? Меня зовут Анна Андреевна. Я хирург. Я посмотрела ваши снимки. Это вы? Вроде я. Вы Алла Веденская? О, да, вернее, то, что от нее осталось. Вы представляете, я с бабушкой, с его бабушкой слушала ваши пластинки. Вы так изумительно поете. Что ты врешь-то? Что ты врешь? А? Моя бабушка тебя терпеть не может. Это только ты так думаешь. Моя бабушка. Я прекрасно с твоей бабушкой уживался, а вот с тобой нет. Эй, ребята, ребята, а я вам тут не мешаю? Ой, простите меня, пожалуйста. Вам нужна операция, чтобы кость правильно срослась. Миленькая моя, ну не в обиду тебе. А нет ли у вас тут какого-нибудь остроумного, симпатичного, опытного врача? Нет ли у нас остроумного, симпатичного и опытного врача? Да нет. Мужчины средних лет, который мог бы сделать мне эту совершенно бесполезную идиотскую операцию. Да, я старуха, но все еще женщина. И так хотелось бы мне с кем-нибудь пококетничать напоследок. Вы знаете, у нас есть такой врач. Да? И я даже знаю, как его зовут. Ждите здесь. Угу. Понятно. Не думал, что у тебя с бабушкой были общие интересы. Кость, давай с тобой договоримся так. Мы расстались по взаимному согласию. Если, конечно, не вспоминать тот момент, что ты меня выгнал из дома. Поэтому претензий больше к друг другу не имею. Конечно, если только ты не вынашиваешь план мести. Кость, я больше не хочу лично обсуждать на работе. И вообще больше с тобой ничего обсуждать не хочу. Хорошо. Как твой? Антон? Я ничего с тобой обсуждать не хочу. И вообще, мне сделали предложение, понятно? Понятно. Я ухожу с работы, выхожу замуж и рожаю детей. Это тебе понятно? Понятно. Пойду позову опытного врача-хирурга. И позови. Олег Михайлович, там... Тихо! Здесь налево! Тихо! Налево! Убери руки! Вот. Склянку! Не надо склянку! Там гадость всякая! Какая? Это голубая, ее можно брать? Не надо голубых брать! Все. Все, сейчас мочканут. Сейчас мы еще побоимся. Не, все. Раз, два, три. Все. Куда ты лезешь-то? Чего? А сила за тебя. Олег Михайлович, до сих пор на втором уровне. Да, это... Боль, ты умный, я смотрю. Я на 12-м. Да. Ты крутой, да? Я, да. Ага. Что это? Вау. Фигня какая-то. Компьютерные вот эти штуки ваши. Вот футбол, это пацанская игра. Мы здесь с пастухом идем, я там сделаю. Хорош орать-то уже. Поспать не даете, свиньи, а не хирурги. Петрунечка проснулся. О, дайте чай. Чай сделай человеку. Ну. Что ж ты, Петрунечка, то сутки на сон не спишь, то как хомяк дрыхнешь. А нет работы, имею право. Тем более вообще не в свое дежурство. Мне тоже сделай. А что это не свое-то? Там Зибецкий обещал теперь отработать.
О, явился, запалил. Здрасте. Оглохли? Тихо. Все трое? Что, ничего, что я ору на все отделение? Тут не слышно. И не видно, я смотрю. Вон, все, надоели. Идите все быстро в смотровые. Там мужика привезли с острым животом. И женщина на подходе, тоже животом. Мне бы женщина, а? Молодая, красивая. Была когда-то. Тебя устраивает? Олег Михайлович, там эту бабушку... А вот с бабушками это вообще нездорово. Попили чаю. Пойдем, Петручев. Дай сюда. Алло, мам, ну что ты среди ночи-то? Что, пап? Сейчас приеду. Нина! Ау. Нина! Мне уйти нужно. Куда уйти? Ничего себе, у тебя смена до 8 собрался. Нина. Куда? У меня отец умер. Боже мой, Коля, да ты что? Коля, да что ты стоишь? Давай иди, о чем речь? Как там мать-то? Давай. Подожди, ты куда в таком вот состоянии только пойдешь? Костя, ты подожди, ты аккуратнее за рулем, слышишь? Здесь больно? Терпимо. А здесь? Терпимо. А так? Это терпеть можно. Иван Евгеньевич, мне нужна клиническая картина. Я вижу, что вы человек терпеливый, но мне важно знать характер и интенсивность вашей боли. Да весь живот очень болит. Жжет, как будто утюгом водит. Ясно. Давайте. Посмотрим. А когда начались боли? 2 дня назад началось. Почему ждали 2 дня, сразу скорую не вызвали? Да времени не было у меня. Соревнования были, 1/2 года ждал. Что же за этой фигни сниматься? Какие соревнования? Парашютный спорт. 2-е место занял. Травмы, может быть, ушибы какие-то были? Да, был ушиб. Приземлился неудачно. Черт знает что, коленками в живот. Боль усилилась? Да черт его знает. У меня в жизни ничего не болело. А тут... Доктор, я женился недавно. Жена молодая. За город отправил. Не дай бог заметит. Жидкость во всех отделах. Больше справа. У вас клиническая картина перитонита. Показана экстренная операция. Вы что, шутите? Какая операция? Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, все будет нормально. Да чего не волноваться? Не волнуйтесь. Елена Николаевна, кардиограмма плохая, шумы, острая боль в животе. Ну, помогите мне с клинической картиной. Курю я много. Это плохо, но к делу не относится. Да, муж мой не курит. Вот молодец. Я хотела сюрприз ему сделать. Получилось. Вот в интернете вычитала. Угу. Избавляю от наркотической зависимости. Угу. Доктор приехал. Такой, ой, интеллигентный доктор. Вот прямо доктор? Доктор, доктор. И вколол мне что-то. Угу. И сказал, что желание курить отобьет на всю жизнь. Угу. Ой, видимо, вот так вместе с жизнью и отобьет. А что вколол-то? Ой, да откуда же я знаю доктора? Понятно. Ну, может, он оставил рецепт, бумажечку какую-нибудь. Чек. Чек я уже видел. Впечатляющий. Ой, доктор. Ой, как горит-то все внутри. Господи, как живот болит. Тань, давай. Кружи аллергены и УЗИ. Так, вместо сердца пламенный мотор. Сестра. Сестра, муж мой где? А, он в коридоре. Вот, у него визитка. Господи, визитка у него. Я же отдала визитку этому доктору. Танюк, давай, побудь. Сейчас, я приду. Телефоны там. О, Господи. Вот сюрприз, ты так сюрприз. Алло. А где этот ваш Холодов? Как мне его найти? Да мне наплевать, что это регистратура. Тихо, ты спугнешь. Речь идет о здоровье человека. Дай сюда. Значит так, идешь сейчас по этому адресу,
так? И не волнуйся, написано, круглосуточно работают. Находишь этого врача, как его, Холодов? Ну. И пускай он скажет, что он вколол. Позвонишь сюда и продиктуешь по буквам. Давай, а что с Линой? Ну что с ней происходит? Ну кто вколол, а? Езжайте. Хорошо, я вас жду здесь. Хорошо. Я все сделаю. Все я сделаю. Я сейчас подъеду. Любовь Михайловна, мне понадобится толковый ассистент. Давайте Новикова или Гафурова. Пусть готовит плазму. Возможно, понадобится. Вызывайте анестезиолога. Звоните родственникам, они должны быть в курсе. Его жена где-то за городом. Пусть хорошо, едет сюда. Хорошо. Если будет звонить муж Богдановой, сразу вы дергаем меня из любого места. Вы прямо из любого. Ага. Да. Тебе иногда не достучишься. Что за намеки? Не намеки, это факт. А, какая тебе присутствие красивая. Какая ты хорошенькая. Да я нагло побреюсь, ты не заметишь. Ну что, как у нас дела? Ничего, в рабочем режиме. Я забыла вам сказать, что у Костика несчастье, отец умер. О, Господи. Ну да, мне пришлось его отпустить пораньше. Вы уж меня простите, он убежал. Ну, конечно. Надо как-то деньги собрать, да? Да. Я займусь. Давай. Да. Он мужик такой красивый, молодой. Я его видела недавно. Олег Михайлович, слава богу, меня Аня к вам послала. Я вас везде ищу. Ну, плохо ищешь. Я в смотровой был. Там пациентка и требуется... в общем, Аня говорит, что вы ей нужны. Да? Пациентка-то какая? Молодая, красивенькая, с родинкой на попке. Ой. Да, бабушка с переломом голеностопа, а певица. О, еще певицы мне не хватало. Не девочка с персиками, а бабушка с хурагой. Олег Михайлович. Ну, я же не травматолог. Знаете, травматолог. Еще травматологи есть в больнице. Угу. Где Куликов? Занят. А что у нас, Куликов один травматолог? Иди с другого травматолога. Не Куликова, травматолога, другого. А мне их начальство вызывает. Я не могу. Я же не травматолог. Алло. Здесь. Он, иди, тебя Пастухов срочно ассистировать требует. Не, найдите хоть Куликову. Пока мы тут бегаем, ищем, она там поет. Освободиться придет. Когда бы имел золотые горы и реки полные вина, так все я... отдал бы, что... Так я именно эту песню вот на такую пластинке да, слышала. Да, правильно. Фирма «Мелодия», 74-й год. Да. Меня еще тогда не было. Да. Ты такая миленькая. Ой, молоденькая. Господи, пока молодая, думаю, что никогда в жизни не умрешь. Знаешь... В Москве еще в брежневские времена была такая модная цыганка Зарема. Ой, весь Бомонд ездил к ней. И меня затащили, и я поехала. Ну так, ради интереса, поразвлекаться. А она мне в лоб сразу две вещи. Через неделю выйдешь замуж за мужчину, которого пока еще и не знаешь. А помрешь, когда первый раз кость сломаешь. Ну, я, конечно, посмеялась и забыла. А в воскресенье я познакомилась с мужчиной. Да, Петя. Пришел за кулисы, поклонник. Ой, и так у нас с ним все легло. Ой, так все закрутилось, что через 5 дней мы с ним расписались. И прожили, прожили замечательную... долгую, прекрасную жизнь. Год назад Петя умер. А я, наконец-то, ногу сломала. О, наконец-то. Вот только сейчас в голову пришло. Наконец-то. Слушай, а если вот так сразу? Ну, вот прям сегодня помирать. Быстро! Так даже и не страшно. Но почему помирать? У вас обычная рядовая операция, совсем несложная. Вы лучше дайте мне телефоны ваших детей, внуков или родственников. Я всех обзвоню, и все будут рядом с вами. А некому звонить, Анечка Андреевна. Некому. Детей у нас не было, а родственники тоже как-то все поумирали. Так что звонить, Анечка, некому. Тогда я... буду рядом с вами. Замечательно. Не уходи. Ой, господи, боже, что-то привязалось ко мне целый день. Да, да, да. Лет 20 не пела. И не уходи, побудь со мною.
Да-да. Вызывали? Да, Олег, здравствуйте. Проходите. Присаживайтесь. Долго вас не задержу. У вас тоже ночная. Ой, не говорите. Конец года. Работы выше крыши. Знаете ли, отчетность надо отправлять наверх. Сочувствую. Олег, у меня к вам такой деликатный разговор. Хочу просить вас о помощи. Что из себя Полина Пастухова представляет как человек? Я работаю не так давно, но то, что я вижу от нее, извините, сплошные неприятности. Давление 70-50, пульс 45. Можете начинать. Перитонит, похоже, уже трехдневный. Вчера еще успел с парашютом прыгнуть. Причина не ясна. Лейкоциоз 20 тысяч по УЗИ, жидкость брюшной полости. Давай начинай лапаротомию. Почему я? По кочану, Салам, давай начинай. Скальпель. Дайте салфетку. Петр Викторович. А из-за чего перитонит? Из-за аппендицита? Из-за него, из-за него. Хотя из-за чего было, может быть. Угу. Осторожней, куда так глубоко, Салам? Сейчас, 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 сейчас. Нехорошо, давление падает, брадикардия. Черт. Держись, парашютист, дайте салфетку еще. Быстрее. Олег, поймите, то, что устроила Полина, это совершенно недопустимо. Я знаю, что вы мне скажете. У нее сложное положение в семье, у нее сложная ситуация. Я все это прекрасно понимаю. Я сама женщина, я сама человек, но есть какие-то пределы. Пределы допустимого. Понимаете? Как я могу разрешить ей работать после этого? Ну зачем мне неадекватный персонал? Да слава богу, ее муж вроде бы пришел в себя. Слава богу, а он прекрасный врач. Прекрасный. А Полина, ну что, Полина? Я совершенно спокойно могла бы найти ей замену. А чего от меня-то хотите? Чем я могу вам помочь? Олег, я вас прошу, поговорите с Пастуховым. Ну, вы же друзья. Пусть он убедит Полину написать заявление по собственному желанию. Но скандал не нужен никому, поверьте. Мне он точно не нужен. Или, может быть, вы сочтете нужным с Полиной поговорить. Как правильно, так и сделайте. Да. Знаете, Вера Георгиевна, я ни с кем разговаривать не буду. Вообще зря вы все это затеяли. Вы знаете, вы имеете полное право мне отказать. Но я все-таки вас прошу. Потому что мне хочется, чтобы все это было как-то, ну, не знаю, по-человечески, что ли. По-человечески. Я надеюсь, вы услышали меня. Пожалуйста, тише. Вы нуждаетесь в травматологе на операцию. Ой, извините, кажется... А что спим-то на работе? А вы знаете, я передумала. Я не буду у вас оперироваться. Ну что значит передумали? Вам показана операция. Вы не волнуйтесь, она несложная. Вы слышали, молодой человек, что я сказала? Я не нуждаюсь ни в какой операции. А что происходит? Меня оторвали другие пациенты, сказали... Секунду, секунду. Алла Николаевна. Но вам очень нужна эта операция. Да. А вот это и есть тот самый остроумный, харизматичный и прочее? Ну, не совсем. Аня, вы смотрели кардиограмму? Да. Кардиограмма хорошая. Хорошая. Ну, а что же у вас? Пульс 45, давление скачет.
Голубушка, Алла Николаевна, да. Давайте мы с вами договоримся. Мы вас сегодня еще понаблюдаем. Угу. Если будет все в порядке, то мы вам вечером сделаем операцию. Согласны? Конечно, доктор. Вы знаете, даже жалко тратить ваше драгоценное время сегодня. Ну что вы, это моя работа. Да. Доктор, а вы к нам еще заглянете сегодня вечерком, да? Обязательно. Давайте мыть. Пациент нестабилен. Он уже на инотропной поддержке. Дренируем? Гади, назоинтестинальный зонд, давайте. Хорошо. Давайте еще. В желудке зонда нет. Я подаю. Наверное, перекрутился. О, черт, опять давление падает. Девушка, что вы там мечете? Сидите ко мне. Мой муж, Почарский Иван, мне позвонили, сказали, он, что он здесь, какой-то приступ. Не нервничайте, Почарский здесь. Правильно приехал. У него перитонит, его оперируют. А, как оперируют? Как могут, так и оперируют. Пока прогнозы неизвестны, вот вы посидите и ждите, я скажу вам, когда все закончится. А можно я маме позвоню? Давайте маме. Она написала заключение. Ну, в общем, насчет гроба и всего остального мы с вами решили. По поводу прощания я вам позвоню. Я думаю, можно будет устроить. Еще не забудьте мне, пожалуйста, документы подвести, хорошо? Да. Ну, еще раз примите мои соболезнования. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну, что думаешь? Может, все-таки просто аллергическая реакция? Ну, я не уверен. Острый приступ мы оккупировали, но антигистамины уже не помогают. А гормоны? Ну, какой ей гормон с ее сердцем? С ее сердцем она может до вечера не дожить. Ну, а что мне делать? А, уж мне все рассказал. Муж и двое детей, и две собаки. Если мы не узнаем, что ей вкололи, собака мне с кем будет гулять. Давай полицию вызовем. Ну, бесполезно. У меня так один мужик помер. Ему алкогольную блокаду сделали. Вогнали воздух. Ах. Вроде муж ее
решительно настроен. Привезет этих шарлатанов. Поземенского звал. Зачем? А так, по одному административному вопросу посоветоваться. С тобой по административному вопросу? Я, может быть, превосходный организатор. Превосходный организатор. У тебя есть силы? Деньги Костя собирать? Угу. Хочешь, я займусь? Ну, я сделаю. Борис, давай все вместе поужинаем. Давай. Никита собрался с отцом в кино. Может, у него ночевать останется. Ух ты! Ты мне что, побриться, что ли? Не брись, мне так нравится. Кофе хочешь, сделаю тебе. Угу. Сейчас я посижу 2 секунды. Не засыпай. Не сплю. Сейчас. Где она? Вон сидит. Ага. Здрасте. Здравствуйте. Я доктор Пастухов. Я оперировал вашего мужа. Это не мой муж. Это муж моей дочери. Яночка, доченька, проснись. Доча. Что? Доктор. Что с Ваней? Операция была тяжелой. Ваш муж пропустил момент обращения к врачу. Но у него ничего не болело. Он ничего не говорил. Он жив? Да. Но гарантий пока нет никаких. После операции он пока не приходил в сознание. Он в коме? Нет. Ну, такой вариант развития событий тоже может быть. Организм может не справиться с интоксикацией. К вечеру ситуация будет более ясной. Ну, а пока можете ехать домой. Поедем. Нет, я никуда не поеду. Яна. Он сейчас в реанимации. Вас все равно туда не пустят. Я подожду здесь. Хорошо, когда будут новости, я выйду к вам. Да, спасибо. Посиди. Доктор, простите, подождите, пожалуйста. Да. Я взрослый человек, вы мне можете сказать все, как есть. Я уже все сказал. Подождите. Доктор, понимаете, он старше ее больше, чем в 2 раза. Янка выскочила за него замуж 1,5 года назад. Люблю, говорит, и все. Я, конечно же, была против, но кто меня спрашивает? А ему говорю, ты хорошо подумал, что будет через 20 лет? Он мне, я спортсмен, я здоров, все будет прекрасно. Перитонит может быть даже у самого здорового человека. Да подождите, я не об этом. Я о другом, доктор. Если вы поймете, что Иван живой труп, отключайте его от всех ваших аппаратов. Не надо поддерживать в нем жизнь. Я думаю, что Иван и сам не хотел бы. Вы что, американских фильмов насмотрелись? У нас здесь никто никого не отключает. Понимаете, она же упертая, я ее просто хорошо знаю. Она скажет, буду с ним до конца, с трупом лежачим. А ей всего 20, она не понимает, на что идет. Она ребенок. Ну, это перепиши. Полька, девочка моя. Здравствуй, мой хороший. Привет. Ты как себя чувствуешь? Нормально. Да? Да. Ну и хорошо. Как спишь? Хорошо. Ну, слава богу. Вот завтра хочу на работу выходить. Конечно, правильно. Чего дома сидеть? Давай. А Петя здесь? А вон твой Петя. Извините, мне надо идти. Так мы с вами договорились? Нет. Привет. Нин, я им сказал, если что, я в ординаторской. Ребята, помогите мне! Костя, что случилось? ДТП. Где водитель? Кто сбил? Я сбил. Она без сознания. Давно? 30. Пускайся, пожалуйста, быстрее, давай, бегом. Ты подумай. Ведет. Нашел. Срочно брать на меня! Вопрос жизни и смерти! Михалыч, давай сюда скорее! Стой здесь! Да я стою. Вот стою, он. Стою. Вот он. Все. Помогите. Ну, чего, Борис? Че вколол-то, Богдан? Что ты вколол? Отъезжай! Что обычно, то и вколол. Да? Ну, сейчас я тебе обычно вколю тоже. Давай! Убийца! Иди сюда.
Петь, что у вас? А, Лариса Николаевна, мы сами разберемся. Да? Лариса Николаевна, шестая палата, остановка дыхания. Возьмете? Да. Здрасте. Идут. Привет, Полин. Здравствуйте, Лариса. Ты что, здесь вышла? Да. Пойдем, поможешь, пойдем. Да, Куликова. Шестая, да? Шестая. Да, иду. Все, не могу. Хочу отпуск. Море, солнце, медузы, шведский стол. И перейдем, да? Отлично. А перед этим тебе в голову не пришло кардиограмму сделать? Да. Это лекарство даже в Америке курят. Оно безопасно. Да, а в России оно не сертифицировано. Ты понимаешь, что ты его устроил? Кардиогенный шок. Перед уходом я ей посоветовал выпить нитроглицерин. Нитроглицерин? Да. При гипотензии. Отлично. У тебя какое образование, слышишь, лекарь? А что это вы меня допрашиваете здесь? Допрашивать тебя будут в другом месте. Удар не сильный. Почему себя-то не приходит, а? Эй! А сколько, ты говоришь, время прошло? А, сейчас. Ну, минут 30 я сбил и сразу сюда, сразу. Посмотри, девчонка молодая, сердце должно быть в норме. Видимых повреждений нет. Все будет нормально. Кость. Жень, что там? Ну что, давление 110 на 60, нормально. Ага. Пульс слабый, дыхание поверхностное. Не знаю, может, голова ударилась при падении? Ударилась. О. Где здесь ДТП? А, там, похоже, перелом предплечья, болевой шок, посмотри. Сейчас посмотрю. Да, похоже на перелом лучевой кости. Ее надо на рентген. Это я же сбил. Ну, я не виноват. Костя, ну, правда, ну, я не виноват. Тише. Кость, ну, успокойся. Слушай, ты ему тоже что-нибудь вкали, а то он все отделение на уши поставит. Сейчас сделаю, все принесу. Да не надо. Соберись, тобой некогда заниматься. Иди в себя, пожалуйста. Кость, да сел ты зеленый. Все, нормально, я нормально. Сядь, успокойся. Я сижу, все. Все? Все, я сижу, нормально. Я сейчас вернусь. В полицию только не звоните. Господи, что ж за день-то сегодня такой? Деточка, да мне совсем не страшно. Ну, я же говорила. Ну, мы же с вами договорились. Мы вас ведем на операцию. Будет все в порядке. Да? Совсем не страшно. Совсем не страшно, правильно. Я же говорила. Вот. Все. Мы приехали. А вот и наша певица. Все. Да. Ну, вот. И анализы у вас шикарные. Кардиограмма. Хреноватая пока. Ну, доктор, у вас и категории хреноватая. Как собачки-то ваших зовут? Чук и Гек. Ну вот, я думаю, что через недельку уже можно с собачками на прогулку выходить. Доктор, а можно я сыновьям позвоню? Ну, конечно. Ну, скажу, что у меня все более-менее. Ничего себе более-менее. Более чем прекрасно. Выкарабкалась? Олег Михайлович, спасибо вам большое. Да спасибо. Мужу своему спасибо надо говорить. Он притащил это чудо-лекаря за шкирман. Эй, господи. Если бы не он, то детям бы печальные новости пришлось рассказывать. Будете привлекать его? Холодова? Ну да. Ну, я не знаю. Обошлось же все. Ну, правильно, конечно. Пускай он еще кого-нибудь вколет и на тот свет отправит. Да я сама дура. Все бы проверила, у него лицензию бы, ну и вообще. Угу. Олег Михайлович, ну а все-таки, ну как мне курить-то бросить, а? Ну, таблеточки? Ага, таблеточки. И через недельку снова встретимся здесь. Нет, моя милая, курить вам, конечно, нельзя, но бросить поможет только сила воли. Вот так. Ну, чего можешь позвать? А. Угу. Ну, ладно.
Лариса Николаевна, женщина, 82 года, перелом голени. Была показана операция, которую планировали на вечер. Было низкое давление. Проявились неожиданно боли в груди и стала задыхаться. Сердечные ритмы слабые, тахикардия. Зоя, давайте антикоагулянты, похожи на тромбоз. Полина. Посмотри на вену, выраженный варикоз. Видимо, при травме произошел отрыв тромба. В общем, похоже на тромбоэмболию легочной артерии. Полин, быстрее. Да-да-да. Давайте кислород. В этом случае это уже не имеет смысла. Она знала, что она сегодня умрет. Она нам сама сказала. Разве такое бывает? Не знаю, я не верю в предчувствия. Мне кажется, зря мы верим. Только в медицину. Здрасте. Девушка, а вы кто? Мне, я ищу мужа. Он в реанимации после перитонита. Какого мужа? Как фамилия? Бочарский. Бочарский? Да. А почему вы так смотрите? Что с ним? Умер? Нет. Я так смотрю, потому что вам здесь находиться нельзя. Пойдемте за мной. Ой, нет, я там больше не могу ждать. Честно, там мама, она его не любит, понимаете? Я только на секундочку просто посмотрю и уйду, доктор миленький, пожалуйста. На секундочку. Быстренько. Ну, хорошо. Только на одну секунду и со мной. А? Пойдемте. Вот, Бочарский. Ваш? Мой. Несколько дней мы вас в любом случае поддержим. Угу. Потому что после такого глубокого обморока мы просто обязаны проконтролировать вашу голову. А вы мне дадите справку в институт, чтобы мне по шее не дали? Дадим. Скажите, может быть, еще куда-нибудь позвонить родителям? Ой, нет, родителям вот не нужно. Они далеко живут, в Екатеринбурге. Тем более, зачем беспокоить их по пустякам? Это всего лишь перелом. Ну да. Повезло вам, что отделались переломом. Да и я сама виновата. Выскочила на эту машину, как хомяк из пушки. Я опаздывала на автобус, мне надо было в Ленинку ехать. Там у меня на сегодня источники заказаны. Но крякнули мои источники. Ксения, у меня к вам будет одна просьба. Какая? Это не в наших правилах, но Константин, наш коллега, я его давно знаю. Он хороший человек, перспективный врач. Машину всегда водит очень аккуратно. Подожди, подожди. Дело в том, что у него утром сегодня случилось большое несчастье. У него умер отец. Слушай, правда, все, хватит. Ну, правда, не надо. Кость, подумай о матери своей, хорошо? Вы могли бы не заявлять в полицию? Да вы что? Да вы что, я не собиралась никуда заявлять. Я же говорю, что я сама виновата. Я тебе сочувствую. Тебе лучше поехать сейчас к маме. Вы же его отпустите, правда? Конечно, конечно. Спасибо вам. А перелом пройдет? Ну, это я вам гарантирую. Спасибо вам, на самом деле. Отдыхайте. Хорошо. Тебя Костя зовут?
А меня, Ксюша, очень приятно. Спасибо. Ты извини, что так получилось. Да, Кость, я вижу, что ты нормальный человек. Не лихач, не упырь какой-нибудь. Я сама виновата. А тебе сейчас лучше быть рядом с мамой. Поддержать ее. А я справлюсь. Все в порядке. Что ты любишь? Что? Может, тебе привезти что-нибудь? А что, можно? С переломом можно все. Ну, тогда мне мороженое. Хорошо. Костя, если можно, рожок. Ну все. Теперь вам пора уйти. А как думаете, если я буду звать его, ну, про себя звать, он может услышать? Вы верите в такие вещи? Попробуйте. Не верите. А зря. Вы даже не представляете, как мы друг друга чувствуем. Я вам верю. Попробуйте. Буду звать Ваня. Ваня. Ванечка. Ваня. До свидания. Счастливо. Что такое, Сергей Анатольевич? А? Вам нехорошо? Что? Не-не. Все нормально. Устал просто. Счастливо. Счастливо. Смотрите аккуратнее. Михалыч, ну что ты приходил? Нет, уже ничего. Ладно, поехали. Мужчина вас прикурить не будет? Угу. Пойдем. Яна. Яна. Ваня? Ванечка? Что случилось, Ян? Мама, он пришел в себя! Яна!